Сегодня мы готовим очень полезный и вкусный салат, полезный для здоровья, потому что морковь – это бесценный продукт для здорового тела. Нам потребуется для этого салата 1 кг моркови, 2 средних луковицы, майонез по вкусу и 300-350 грамм мяса, но его можно заменить ветчиной. Первое, что мы сделаем, будем готовить мясо. Если это сырое мясо, его, конечно, надо отварить. В бульон для мяса, в воду, добавляем обязательно соль покрепче, лавровый лист, душистый перец горошком и черный перец горошком. Для аромата это обязательно. От этого зависит вкус мяса. Если у вас ветчина уже готовая, естественно, варить не надо. Пока мясо варится, начинаем заниматься морковкой. Морковку очистить и натереть на терочке. Натерли морковочку, налили постного масла и в сковородку высыпаем морковочку. Морковочку под крышкой тушим до готовности на слабом огне. Лучок мелко нарезали и сейчас будем готовить маринад для лука. Маринад для лука. Для этого 1 стакан воды наливаем в кастрюльку, добавляем 3 ложечки столовых сахара и пол ложечки соли. Все это будем кипятить. Раз, два, три. А теперь добавляем пол ложечки соли. И в только что закипевший маринад выливаем 50 миллилитров уксуса 9%. И вот наш наигорячейший маринад мы заливаем в лук. Можно чуть-чуть размешать и пусть он там настаивается. Как только остынет, все, лук готов. Мясо нарезаем мелко, можно брусочками, можно кубиками. Вот готовы все компоненты для салата. Полностью до готовности тушеная морковь, отварное мясо, нарубленное мелко, или ветчина, и маринованный лук. Вот так размешали все ингредиенты, и сейчас заправим майонезом. Майонез добавляем по вкусу, размешиваем все в однородную массу. Можно оформить салат в виде морковки, для этого использовать укроп, как ботва, вроде бы. Можно салат уложить в виде апельсинки. Можно сделать сердечко. В общем, все, что пожелает ваша фантазия. Вы можете слепить из этого салата все, что угодно. И даже оранжевого верблюдика.